Огнем была охвачена площадь в 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. При этом, как отметил генеральный директор хлебокомбината Артем Глущенко, выгрузка хлеба и выпечки на предприятии всегда производятся ночью, поэтому продукция была доставлена в магазины и учреждения курорта в полном объеме. Сейчас работа предприятия восстановлена. Еще один пожар произошел в этот же день на улице Олимпийской. После тушения пожара в деревянном строении было обнаружено сильно обгоревшее тело пожилой женщины без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Центральному району организовано проведение доследственной проверки. Предположительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.